Вопрос на камень чей, по какому ГОСТу? Наше. Ваше производство. Оно соответствует тем требованиям, которые нам выдвигают для сделки? Паспорт. Вот когда мы придем к выполнению работ, к завершению, я же не зря его задал, он у меня поменяет весь бордюрный камень за свой счет. Каким образом он потом будет выковыривать перекиси? Может, сейчас уже на экспертизу какой-то случайный подать? В принципе, идея, да. Ну, дальше не идея, а хороший совет. Отдать на экспертизу и получить заключение на соответствие качества.